Здравствуйте, земляне. Я Александр Док. Иду на свидание. С кем? Узнаете. Пошел. Эх, бабочки, жаль нету. Лирик, доброе утро. Ну что, глянь, какой нарядный. Ты знаешь, по какому поводу, а? Иду на свидание. На свидание? С кем? Не скажу пока. Интрига. Но ты, конечно, можешь догадаться. Но я пока держу это в секрете. Так, а где же мои... Где же мои четвероногие? Хотел сказать бульдожки. Четвероногие друзья. Так, ну, давай. И прям туда, досада. Ну, чё ты? Чё так мало? Давай ещё. Давай. Ты это любишь. О, повыскакивали. Всё. Ну, что? Ой, Лерочек смотрит, скажет, его команда слишком агрессивная. Выскочили сюда-то. Сейчас, 2 минуты, подождите. Вы хоть знаете, куда я иду, да? А кто мою картошку опять обоссал? Кто обоссал картошку? У меня подозрение, что это и Масик мог приложить свой писюн. Я уже на Лирика думал. Но Лирик сейчас в гараже не спит. Все, мы будку развернули. Остается вот. Или Жоржик, или Марсик. На Мирку, конечно, я такие подозрения не накладываю. А Марсик может сделать. Скажет, о, поставил тут на проходе. Ну что, земляне, иду я на свидание. С кем? Интрига, еще раз говорю. И ты пошли, конечно, ты тоже участник событий, хоть и косвенный, но все может быть. Хватит тебе метить все. Понаметит, а потом все растет, привод, блин. Там инжир тоже вчера обсикал. Инжир-то зачем? Помечал, поливал. Он и так хорошо растет. Ты думаешь, еще лучше будет? Так, ну что? Пойдем. Пошли. Только вести себя хорошо. Началось. Вот этот заход, пока я ворота открою, получается... Вот такое бутылочное горлышко узенькое. Сейчас иду, Мирка, иду. И вот это вот горлышко, узкий проход. Тут начинается, кто же первый? Лидерство. Они даже не знают, куда идут. Да иду. Иду, Марсик, все. Иду. Жорик, иду. Они с нетерпением заинтриговали. Сейчас. Возможно, у нас будет встреча. Я надеюсь на нее. Что ж, я зря чистил свои ботинки. Пошли. Сколько радости, гляньте. Ой. Вот это меня, конечно, немножко настораживает, когда они чрезмерно возбуждены. Немножко... Ну, как бы опасно. Лирик. А где Лирик? Или он уже убежал? Лирик, ты что, передумал? Он передумал, гляньте. Вон, видели? Вон он побежал. Все, сказал, да ну его. В баню с этой командой. Слишком они
агрессивно настроены. Но это, с одной стороны, хорошо. Чем меньше критическая масса, тем безопаснее наши прогулки становятся. По одному вообще гулять классно. Ну, идем. Идем. У нас тут такая вот скульптура буйвола Буратино. Кто-то видит в нем буйвола, кто-то Буратино. Смотрите. Видите? Вот такой буйвол. Вот тут какие-то рожки. Можно увидеть. Вот смотрите. Вот видите, вот глаз, вот нос. Смотрите, кто это? На Марсика похож. Все, пришли на свидание. Ну, земляне, я думаю, вы уже, наверное, догадались о моем свидании. А сейчас еще больше догадаетесь. Вот я приготовил, видите? Вот эти начищенные сниму, а эти одену. Вот еще одни приготовления будут. Сачок. Кто будет баловаться, того буду ловить. Сачок. Особенно тебе, Марсик. Марсюха, что, попался? Ты осторожно. Жорик, иди. Нет. Может, кто-то еще не догадался? Ну, сейчас будем пробовать. Если Магомед не идет к горе, то гора идет к Магомету. То есть, земляне, ну давайте уже, все. Александр Док идет к Кузе. Так, ну вот, смотрите, маленькую, вот я вытащил. Вот, вот. Это, конечно, может быть кузина. Плыви. Кузи пока еще не видать. Пришел, не, вот видите, он с чем? С тиною прудовской. Это вам, знаете, хотите тину, ешьте. Кинули. Мирка, Марсик, ну вы сумасшедший, а? Да брось ты, я пошутил. Брось ты эту тину. Так, ну что? Нету Кузи здесь, понятно. Но это надо будет все убирать. И вот. Вот. Сколько здесь всего. Отходи. Вот так. Не трогайте. Так. Ой. Расканулся. Ну что здесь? Это не то. Лови. Вот еще. Сколько. Так, ну что. Ладно, выключай камеру. Дальше надо будет. Ну что. Ждите. Сейчас. Опять. Пришел невод. Тиную морскую. Опять такая же вот история. Но это уже, конечно, другая, поменьше. А, да, ты уже вот куда делась, белохвостка? Ой-ой-ой, знаете, сколько? Сколько экспрессий. Ну что, где? Вот это другая. Видите, тоже. А вон сколько тины, знаете. Ого. Вот это все надо переворачивать. Ну, это уже, я думаю, не так интересно. Ну, хотя, уйди, Марсик. Вон сколько, видите, всего. А Кузи пока нет. Так, еще один вот заброс. Ну что, кто тут у нас? Во! А это кто? Это кто у нас тут такой? Это кузина. А где же Кузя? Давай за Кузей беги. Зови его. Ну-ка пройдусь. Может, он где-то выплыл? Я его не вижу. Эх, надо воду осветлять. Да потерпите вы, я сам. Нетерпение.
Ну что, опять лезть. Вода холодная. Ладно, надо тину выгребать. Еще один какой-то. Ух ты! О, это красная шапочка. Гляньте, хрен вам. Вот. Вот. Во-во-во, на, понюхай. Ты уже белохвостку слямзила. Ой, ну что, опять сачок надо. Сейчас выключаю камеру. Еще одна кузинка есть. Ну-ка, вот это, ух ты, какая, да, конечно, тебе. Плыви, золотая рыбка, и выполни желание всех наших подписчиков и землян. Вы все знаете, о чем я задумал. Давайте. Ты тоже выполняй. О, и ты тоже выполни желание. Пусть от нас уйдет этот вирус. Плыви. Ну это не белохвосточка. И ты тоже выполняй задание. Ну что, все. А Кузю, я видел хвост только. Кузя есть. Ну-ка. Ух ты. Такой красивый карпик. Вот как раз ревизия рыбок. А вам же прям. Ага, да-да. Да, и тебе. И ты где там? Все. Плыви, рыбка. Хватит. Заборчик поставили. Теперь не пройдет неприятель. А что ты на меня так смотришь? Нет у меня ничего, все. Земляне. Ну вот, я стою. У водоема, счастливый. Видел я Кузю. Есть. Но я не мог его снять, потому что у меня, во-первых, камера была в кармане. А он так вот, знаете, хвостом вильнул такой. Такие волны здесь сделал. Вообще просто, просто. Ну, короче, привет вам все земляне. Всем землянам от Кузи. И Марсик тому свидетель, он тоже видел. И Мирка видела, и Жорик видели. Все видели. Но пока только хвост. Кузя жив. Все.